Так как швейная машинка края не обрезает, перед тем как шить, срежьте бахрому. Строчка зигзаг, ширина стежка на четверке, частота 0,5. Многие писали, что такая обработка некрасиво получается. Секрет в том, что нужно пройтись 3 раза по одному месту. Так выглядит обработка после первого раза. Строчим по второму кругу. Так выглядит после второго раза. Шьем по третьему кругу. Если вы видите, что где-то вылезли ниточки, не стесняйтесь, в процессе обрезайте их. И так выглядит после третьего раза. В целом результат неплохой, но, конечно, с ролевым на оверлоке не сравнится. Вот это ролевой шов, а вот это частый зигзаг. Использовать способ этот или нет, решать вам.